сражений. Началось день после бури, так я встретил свой фрегат. Пусть узнают гости моря, все владычество пирата. Кто владеет всем морем, настоящий тот пират. Гробы пушек свисколечи, значит бой в них за встречи. Звон металла, пули сабли, так идет смертельный бой. Повстречались два фрегата в синеве морского ада. Наш пиратский корабль обернулся вам бедой. Наш пиратский корабль обернулся вам бедой. Вам бедой. Не сомалийский и не карибский, а не российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Чудовище морское, за корабль наш цепился вдруг гигантский осьминог. Он выкидывал всех за борт и пилил всю нашу яхту. Так фрегат развалился и ушел совсем на дно. Но команда уцелела, добралась на местный остров, где построила корабль попрочнее и мощней. Отправились мы в море и нашли мы осьминога, расстреляли из пушек до самих его костей. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Да я такой 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 новый пират. Да я такой. И не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а я российский новый пират. Качают, мы качаем, и права свои качаем на беспалубных судах. Это что-то сочинил ты, или что-то ты придумал? Своё авторское право держишь ты в своих руках. Словно многие осьминога тужит авторское право, называя, как на море, нарушителя пират. У пиратов, как у граждан, тоже есть свои законы, наказание так.